Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о женщине, талант и мастерство которой не подвластны времени. Несмотря на многочисленные награды певицы, главными из которых является народная артистка СССР, герой социалистического труда, все же самой необходимой и нужной для нее из всех наград является любовь народа. Она вошла в список ЮНЕСКО как одна из выдающихся женщин 20-го столетия. Бибигуль Ахметовну Тулегенову с полным правом называют национальным достоянием Республики Казахстан. Перефразируя знаменитую фразу русского писателя Аполлона Григорьева, «Пушкин – это наше все». Также можно сказать и о Бибигуль Тулегеновой, потому что силой своего таланта она сумела воплотить в творчестве, да и в себе самой, все самобытное и талантливое, что есть в казахском народе. И эти слова абсолютно сказаны без преувеличения. Вы сами в этом убедитесь, просмотрев наш подготовленный специально для вас материал. 16 декабря 2019 года Димаш в Инстаграме опубликовал следующие слова. «Глубоко уважаемая Тулегенова Бибигуль Ахметовна, поздравляем с 90-летием. Помню, когда в 2015 году я собирался на Славянский базар. Вы мне дали свое светлое материнское бата, то есть благословение. До сих пор в моей памяти ваше благословение, которое вы мне дали, когда я выступал на конкурсе в Китае. Несомненно, вы являетесь одной из основательниц казахского музыкального исполнительского искусства. Бибигуль апа, вам крепкого здоровья, долголетия, и чтобы мы торжественно отметили ваш столетний юбилей. Ваша энергия, сила, пройденные жизненные дороги являются для нас большим ориентиром в будущее». Дорогой Димаш, мы твои болельщики, твои фанаты. Мы очень ждем от тебя больших побед. Я, как человек, который дал тебе свое благословение еще на конкурс «Славянский базар», я тебя благословляю и на этот большой конкурс. Я надеюсь, сегодня, в эти дни, не только весь Казахстан и вся Китайская Народная Республика, я думаю, весь мир сейчас болеет за тебя. Мы являемся главными фанатами, потому что мы твои земляки. И мы желаем тебе, чтобы ты приехал к нам с самой большой, высокой наградой. Мы надеемся, что наш Димаш будет первым. Желаю тебе самое главное, чтобы ты был здоров. И чтобы тебе сопутствовала твоя яркая, красивая звезда, которая загорелась на твоем небосклоне. Счастья тебе еще раз и долгой-долгой счастливой жизни и радости не только тебе, всему нашему жителям всего нашего Казахстана. В нашей передаче мы продолжим раскрывать неизвестные страницы таланта Димаша Кудайбергена. Для этого вам нужно оставаться с нами и подписываться на наш канал, чтобы в дальнейшем все больше и больше вы могли познавать мир и тайны феномена Димаша Кудайбергена, слышать новые возможности уникального голоса Димаша и каждый раз знакомиться с новыми гранями жизни и творчества этого прекрасного певца, артиста. Также просим нажимать на смайл для поддержки нашей мотивации на создание следующих видео о Димаше. Ведь ваша поддержка, дорогие мои зрители, это самое главное для нас. Итак, начинаем. Поехали. Наша передача будет построена таким образом, что мы поэтапно будем вам рассказывать, на чем построен успех легендарной певицы. Для подтверждения мы будем показывать различные интервью, концертные номера, видео о Бибигуль Ахметовне Тулегеновой, казахском соловье, как ее называют во всем мире. Весь этот материал будет сопровожден нашим анализом, какие слагающие влияют на творчество Димаша как представителя казахстанского искусства, культуры. Что Димаш может почерпнуть из жизни, деятельности талантливой певицы, обладающей так же, как Димаш, незаурядным, сильным голосом, восхитительным лирико-колоратурным сопрано. Первое. Природный данный талант – уникальный голос. Бибигуль Тулегенова отмечает, когда весной 1948 года в Семипалатинске шел последний день смотра художественной самодеятельности, когда члены жюри уже приустали и на сцене появилась она,
хрупкая, очаровательная девушка, то она сразу привлекла к себе внимание. Она, простая работница Семипалатинского консервного завода, спела две песни «Казахский вальс» и «Хараторгай». Член жюри – известная советская писательница Галина Серебрякова, которая по политическим мотивам была сослана в Семипалатинск, сравнила голос Бибигуль с тембром голоса итальянской оперной дивы начала прошлого века Амелиты Гали Курчи, обладавшей образцовым колоратурным сопрано и славившейся способностью с легкостью и изяществом исполнять произведения высокой сложности. Именно Галина Серебрякова настойчиво порекомендовала юной Бибигуль, что необходимо учиться серьезно петь, надо поступать в консерваторию. Галина Серебрякова брала уроки мастерства у итальянских педагогов. В 1920-е годы начала карьеру оперной певицы и даже получила приглашение в труппу Большого театра. В середине 30-х Серебрякова увлеклась литературой, написала роман о Карле Марксе, для сбора материала которому ездила в Европу, за что потом была обвинена в шпионаже. И кто знает, может, схожая репрессированная судьба двух женщин, юной Бибигуль, у которой отец был расстрелян как враг народа, и шпионки Галины Серебряковой, их изблизила. Галина Иосифовна дала ей первые уроки музыки. По настоянию Серебрякова Бибигуль Тулегенова поступила она в вокально-хоровой факультет Казахской консерватории в Алмате. Ее педагогом стала Надежда Николаевна Самышина. Это они выпистывали бесценный дар Бибигуль, ее уникальный голос, чистый, как родниковая вода, и звонкий, как соловьиная трель. Хочу с вами повести беседу вот как. Перерыл массу литературы и понял, лучше вашей ученицы Толкын Забировой никто о вас не написал. Эта статья была опубликована в газете «Казахстанская правда», по-моему, года два назад. И я когда посмотрел ее, господи, готовый материал, надо представить вас, вот, пожалуйста, казахский соловей. А когда вы впервые услышали вот это определение своего творческого дара? После декады в Москве, это был 59-й год. О, вот так вот, да? 59-й год для меня – это уже глубокое детство. Глубокое детство. Вот тогда в «Правде» вышла статья за подписью Микояна, и он написал, как он написал, не ново называть певца соловьем, соловьем, но Бибигуль Тулегенова, казахская, то есть певица Бибигуль Тулегенова, истинный казахский соловей. Вот это началось с 59-го года. Бибигуль Ахметовна, а вот смотрите, звание Героя социалистического труда вы в СССР еще получили, да? Да. На сегодня мне вручили, как говорится, то есть вышел указ, а на завтра Советский Союз распался. Я последний, можно сказать, исторический. Да. Ну, тогда был этот. Труда. И я почему задаю такой вопрос? Вот много артистов вашего поколения, знаменитых, маститых, больших актеров, артистов, певцов, они всегда говорят, меня представляете, я народный артист СССР. Вот СССР нет, а гордость вот это в людях живет. Вы народная артистка СССР. Да, да. И народная артистка СССР, и лауреат государственной премии СССР. Конечно, я этим горжусь, потому что за этим стоит большой труд. То есть я весь Советский Союз объехала и за рубежом была от Советского Союза. И звание это я, получила от, ну, тогда, можно сказать, и теперь эти люди есть, но, по крайней мере, тогда, когда они еще были гражданами Советского Союза. Откреститься поэтому от прошлого не получается. Нет, вы знаете почему? Потому что дело в том, что, ну, прошлое – это прошлое, может быть, это для простого человека прошлое, а для творческого человека, который, ну, например, у нас певцы, например, танцоры, музыканты получают звание лауреатов международных конкурсов. То есть такие страны оппозиционные к нам, они все равно называются лауреатом международного конкурса, это вот Америка, там, я сказала, Англия, там, Италия, Франция. Почему я должна отказываться от звания советского народной артистки Советского Союза, когда я это звание мне было присвоено в то время?
оно теперь и так и называется. То есть сейчас меня не назовешь народной артисткой Российской Федерации. Да, и, просто Казахстана как-то не тот уже уровень. Нет, это тоже очень высокий уровень, но это в пределах моей республики, моего государства. А тогда это был комплекс 15 республик. Везде, во всех республиках я была. Почти от всех республик у меня есть почетные грамоты, благодарственные письма. Вот. Так что я... Ну, как я могу от этого отказаться? Я не могу от этого отказаться. Второе. Голос, переданный от родителей. Бибигуль Тулегенова считает, что голос – это дар Божий. Она говорит: «Сейчас молодежь увлекается такой музыкой, которую я, когда слушаю, всегда удивляюсь, что там можно слушать. В классическом произведении на слова Абая, Пушкина, Лермонтова, даже если это короткая песня – на полторы минуты, нужно создать образ, характер, прожить песню самой и передать это все публике. То есть не просто спеть свою партию, а знать предысторию, войти в образ. Сложность камерной музыки заключается в том, что вас, зрители, готовят для того, чтобы слушать оперу. Поэтому я считаю, что профессиональный певец в любом возрасте должен быть профессионалом и хотя бы выходить на сцену, чтобы быть примером, чтобы они не тащились все туда на легкие заработки. И чтобы кто-то по-настоящему и высокое искусство воспевал». Бибигуль Тулегенова отметила, что петь под фонограмму неправильно. Профессиональные певцы в любом случае должны петь своим живым голосом. Даже когда звучит минусовка, аккомпанемент, певец должен под это сопровождение петь сам, живьем. Бибигуль Ахметовна считает, что профессиональные певцы должны стараться петь живьем в любом случае. Это нонсенс, когда профессионал начинает мудрить под микрофон. Она считает, что у Димаша Кудайбергена настоящий голос. У него действительно уникальный голос. Можно сказать, в мире он сейчас пока что один из действующих певцов. Других таких пока нет, сказала Бибигуль Тулегенова. Он может быть и оперным певцом, камерным певцом. Димашу нравится вот эта стезя, которую он выбрал, выходить на большую эстраду, на огромные арены и петь. С Витасом диапазон немного перекликается, но Димаш может во всех диапазонах петь настоящим живым голосом. Это считается феноменом, явлением природы. История, небольшой экскурс, провести ваше детство. Вам было 7 лет, когда репрессировали вашу папу, но музыкальность он вам все-таки вот успел передать. Вот расскажите, что вы помните из своего детства? Я помню своего папы, мне это уже было 7 лет, слава богу, я уже большая, пошла в первый класс. И вы знаете, вот настолько меня папа любил, мне было 7 лет, а я все время сидела у него на шее. Ночью он, как секретарь кома, значит, ему неудобно, маме помогает. Ночью он идет за водой, реку Катонку, 2 ведра берет, и на шее обязательно я сижу. Без этого нельзя. Вот. И вот так я выросла. У папы потом, на шее. Да. А потом, когда моего отца вдруг посадили в тюрьму, вы знаете, я вообще потеряла все. То есть с этого дня закончилось мое детство. Больше у меня детства не было. Вот, пожалуйста. Дальше началась эта трудная, сложная жизнь. Сначала репрессия, потом Вторая мировая война. И, конечно, это не только я. Все дети моего возраста, они все были в таком положении. Мы все помогали взрослым. И вот где-то я до 13 лет просто так мы ходили, помогали. В госпиталь ходили, раненым помогали. Там стирали бинты им, штопали им там одежду, все. Концерты им там давали в госпитале. А потом, значит, 13 лет я уже пошла работать. Просто чернорабочий. Сначала в лесотарный завод. Потом я почему-то пошла, знаете, как творческий человек, видимо, у меня тогда уже... Я почему-то думала, я пойду в кино, то есть клуб, там кино, там клуб, я буду ближе к искусству. Нет, что-то не получилось у меня, потому что заниматься надо художественной самодеятельностью, я в это время стою и кино показываю, некогда мне. Вот. Теперь, значит, меня перевели на мясокомбинат, консервный завод. Вот до 48-го года, с 43-го я проработала в консервном заводе, значит, 5 лет. С какого времени стали петь-то вы? А? С детства пели? Вот когда у папы на шее сидели? Я всегда. Ну, наверное, у меня вот, между прочим, слух получился от того, что у меня папа очень хорошо играл на скрипке.
Самое удивительное. Каким-то образом вот он играл на домбре, он играл на гармошке там, на гитаре, у нас мандолина была дома, и скрипка у нас была. Еще я помню, я уехала учиться, у нас дома была скрипка, потом не знаю, куда она делась. И вот он играет на скрипке, а у меня мама татарка, он очень красиво играл татарские мелодии. И меня ставят на табуретку, я в это время пою, значит. Голосом-то я пою, я была очень долго картавая, значит, слово сказать мне пою, значит, а он играет. Вот. Мама говорит, вот подхалим. И всегда почему-то мама моего дразнила. А у вас в роду были еще музыканты? Или вот вся музыкальность от папы? Вообще-то у нас вся семья была певучая. У меня у мамы был прекрасный голос. Она очень красиво пела. Но вы пели всегда, то есть с самого детства. То есть я рот не закрывала никогда. Даже вот я помню, когда уже мы... Вот война началась, 41-42 год. Ну, тогда-то я уже была большая, 11-12 лет. И вот эти эвакуированные все говорили. Майнор, мама моя, а ее звали Нюра. Нюра, чего ты не учишь вот свою дочку музыке? Она говорит, чего учить музыке? Пускай, говорит, работает, музыке потом будет учиться. Нечего музыке. Поет и так поет, хватит, что как поет. Мне, говорит, надо, чтобы она работала. А ведь петь потом будет. Как вы помните из предыдущих видео о маме, дедушке и бабушке, о том, что Димаш унаследовал свой уникальный голос и виртуозное мастерство исполнения от родителей. Его родители Светлана и Канат Айтбаевы – заслуженные деятели культуры Казахстана. Большое значение в становлении Димаша как певца имели бабушка и дедушка. Бабушка Мио Низамудинова в молодости пела. Дед Кудайберген Айтбаев играет на домбре. Родители Димаша подчеркивали важность глубокого знания казахского языка и владения традиционными музыкальными инструментами, такими как домбра. Развиваясь в этой музыкальной и культурной среде, он был очарован музыкой с ранних лет. Родители Димаша регулярно выступали с концертами, а бабушка и дедушка брали его с собой в зрительный зал. Недавно Канат Айтбаев признался, что сын расстраивается, что родители перестали выступать на сцене. «Если будем петь, то петь как Димаш, а если не будем петь, то не будем особенно вмешиваться в работу над структурой и аранжировкой песен». Отец Димаша считает, что сын обладает очень высокими интеллектуальными способностями в музыке. Когда мы с ним-то стараемся особо не вмешиваться, потому что все его утверждения в итоге оказываются верными. Канат Айтбаев объясняет это тем, что он с супругой хочет продвигать творчество сына и развивать его талант, а не мешать ему на сцене. Конечно, так как мы люди творчества, иногда нам тоже хочется петь. Поэтому, чтобы удовлетворить свои духовные потребности, мы решили время от времени выступать на сцене, сказал Канат Айтбаев. Третье. Казахские народные песни – источник вдохновения для Бибигуль Тулегеновой и Димаша. Источником вдохновения для неповторимого таланта певицы явились казахские народные песни. Голос Бибигуль Тулегеновой всегда трогал сердца и души людей, еще и потому, что был наполнен огромной любовью к своей стране и своему народу. Бибигуль Тулегенова отмечает, что очень любит лирические, особенно народные песни. В них она чувствует душу народа, широту и простор наших степей, и свое искусство она всегда дарит людям. В разнообразный репертуар Бибигуль Тулегеновой вошли народные песни «Гаухар Тас», «Жерма Бес», произведения казахских композиторов «Булбул Хамиди», «Кос Карлгаш», Брусиловского, Ески Алу и другие. Бибигуль Ахметовна Тулегенова высоко подняла свое концертно-исполнительское мастерство, довела его до классического уровня. Раньше же музыкальные фильмы были. Если фильм, обязательно какая-то песня, которая должна запомниться. И поэтому вот в те годы, когда вот я училась, только училась в концерте, 50-е годы, значит, я в основном озвучивала песни. В 53-м году, если я не ошибаюсь, это, по-моему, Искандер Ага снимал. Тынышбаев фильм «Дочь степей». Это была очень такая маленькая, небольшая эпизодическая роль. Я, значит, пела сначала с ним «Мы едем на лошадях»,
Еще помню, я никогда в жизни на лошадь не садилась. Лошадь такая смирная, лошадь, вдруг она меня скинула, не знаю, как головой. Хорошо, что там песок был, я прям головой полетела вниз. А потом, вот в 57-м году, Шакен Айманов снимал фильм «Наш милый доктор». И опять я в качестве певицы, значит... Казахские народные песни звучат Димашем, как чистый родник в бескрайних казахстанских степях, оставляет след в душе слушателей. Димаш, кроме исполнения казахских народных песен, сам пишет музыку к песням. Когда после победы на фестивале «Славянский базар» в 2015 году его спросили журналисты: «Пишете ли вы музыку к песням?» Димаш Кудайберген ответил: «Пишу. До профессионала далеко. Для любителя пойдет». Четвертое. Работоспособность. Жизненный путь великой певицы не был усыпан розами, и она с честью выдержала все удары судьбы. Пела всегда и в горе, и в радости, ведь пение для Биби Гуль Тулегеновой – смысл ее существования. В Казахстане нет ни одного угла, где бы я не выступала перед простыми рабочими людьми. Я на поле пела, в шахту спускалась, чтобы в перерыве спеть. У животноводов останавливались, несколько юрт. Десяток человек. Там же в юрте переночуем после выступления и едем дальше. Во многом благодаря Биби Гуль Тулегеновой на ведущих мировых оперных сценах прозвучали произведения казахстанских композиторов. Ей рукоплескали в лучших залах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, Рима, Афин, Токио, Сеула, Каира и других крупнейших городов мира. Я приехала через 15 лет в Швецию. Я пою казахскую народную песню, мне «Нахтигель, нахтигель, нахтигель». Ну, чего не орут, не могу понять. Потом, значит, приходит группа, человек 20, и, значит, через переводчика говорят: «Мы просили вас спеть ваш казахский соловей». Оказывается, «Нахтигель». «Нахтигель» не просили, это соловей по ихнему «Нахтигель». Я думаю, чего не орут, чего им надо, чем они недовольны. Вот, пожалуйста, это Швеция, в которой я была... В 70-м, потом приехала в 85-м году. Я никогда в жизни себе сцены не выбирала. Для меня одинаково было ответственность, что петь в курятнике, в телятнике, что петь в соборе 15 века. Одинаковая ответственность. Поэтому я не разделяю публику вот такую и такую. Для меня, вот так как вся публика, я, можно сказать, меня эта публика и подняла. Я должна была быть миллиардершей, если вот так вот, как я работала. Если я по 2 сольных концерта, вот представляете, без микрофона, на открытой площадке, по 15-20 вещей, 2 концерта, это просто по молодости. Представляете? Маленькие, большие, там, сложные, несложные. Все равно 20 произведений спеть, это, я не знаю, язык может отвалиться. Еще под баян или под аккордеон там, и редко бывает где-то фортепиано, то, ну, такое пианино, что вообще можно руки сломать об них. Вот. И стоишь на улице вот так вот, вот где-нибудь такой закуток. Вот. Особенно, когда хлеба, уборка была. Уборка хлеба, это я 1,5 месяца, меня вообще дома нет. Пока идет уборка, я там, значит, на уборке. Кустанай, Кокситау, Петропавловск, Павлодар, Караганда. Вот это все, Уральск. Все эти области были мои. Будем петь, сегодня будем работать в Катоне. Я думаю, что такое Катон? Оказывается, это такое вот круглое здание, вот с такой крышей. И на самом верху вот эти вот окошечки. Баранов туда на зиму загоняют, и оттуда им бросают корм
Они там, вот где вот морозные сильные эти края, вот Целиноград, там же морозы. И вот они их туда загоняют, и туда, кажется, корм им бросают. И вот они всю эту корм кушают и торф готовят. И вот, значит, потом они в окошечко это выскакивают. Ну, правда, я пришла тогда, оно еще было, только построили. Знаете, как мне показалось, как цирк. Оно действительно на цирк похож. И вот в этом катоне я давала концерт. Тоже акустика прекрасная была. Или вот зернохранилище, где вот эти вот... как-то вот я помню, один раз мы приехали, когда зерна не было. И тогда мы приехали просто поднять настроение этим хлеборобам. Ну вот в этом году мы вам наполним песнями ваши вот закрома. А на будущий год в этом... И действительно, на будущий год здесь будет полное всего вот, пшеницы. И действительно так оно было. Ну так вот ездили и работали. Уникальность Димаша – сочетание невероятных природных данных и высокая работоспособность. Он не почивает на лаврах, а продолжает работать над собой, совершенствуя свое мастерство, ограняя алмаз своего таланта, превращая его в истинный бриллиант. Кроме невероятной широты диапазона Димаша, это очень серьезное отношение его к своей профессии. На всех своих выступлениях Димаш выкладывается на 100%. Пятое. Преемственность поколений, поддержка молодых талантливых людей. В Казахстане перед молодыми певцами открыт весь мир. Бибигуль Ахметовна в молодости тоже мечтала поучиться пению на родине Бельканто в Италии. Но тогдашний министр культуры СССР Фурцева распорядилась по-своему. Зачем Тулегеновой ехать в Италию? Она и так хорошо поет. Ежегодно проходит международный конкурс вокалистов имени Бибигуль Тулегеновой. Легендарная певица сказала: «Это моя духовная прибыль и заряд энергии. Я сейчас концертной деятельностью не занимаюсь. Пою очень редко, и мне очень нравится видеть молодых талантливых исполнителей, следить за их дальнейшими успехами, радоваться их победам». Вот я знаю секрет, как надо петь народные песни, как надо петь казахстанских композиторов. И как надо петь классику, понимаете? Для этого, конечно, нужен большой опыт. Я тоже не сразу к этому пришла. А многие этого не знают. Если она классическая, так она только классическая. Если она народная, то она только народная. Понимаете? А я умею вот это вот сочетать и то, и другое. Когда вот она меня вытащила на эту большую сцену, после стольких перерывов, стольких лет, я от счастья, я просто, я не знаю. Она для меня Бог. Она все для меня. Большое вам спасибо. Ну все, теперь кто? Спасибо. Теперь Толкун, да? Ну, ты, ну ты иди отдыхай, что дома распоешь, иди. Да? И не хватит. Много не кричи, не распетый, не люблю, когда поют. Ну, я вот тоже особо не распевалась. Ну тогда что-нибудь попроще. Спой вот это то, что ты должна... А, ты уже спела? Ты ее вон тут начни взять. А ты вот здесь начинаешь. Конечно, это большая ответственность быть ее ученицей. Это постоянная тренировка, репетиция, упражнения. Это постоянная работа. Для чего? Уже хотя бы для того, что тебя обязывает вот это словосочетание «ученица Бибигуль Тулегеновой». Я иногда прям даже вот теряюсь вот как бы в определении точном, да, сказать, кто она для меня. Во-первых, это для меня очень дорогой человек, который меня взрастила, поставила на ноги и дала мне образование певицы, именно концертно-камерной певицы.
С Бибигулей Ахметовной, когда выходишь на сцену, это большая честь. Это большая ответственность. И это, конечно, гордость, что я имею такую возможность петь с такой великой певицей. Димаш поддерживает талантливую молодежь. А Ержане Максиме, победителе «Голос дети 2019», он написал: «Дорогой Ержан, я смотрел твое выступление в финале. Я горд за тебя, Ержантай. Занять второе место среди более чем 100 миллионов человек – это большое достижение. Первое место отдать девушке – ты настоящий джентльмен. Поздравляем всех ребят, принявших участие в конкурсе. Для меня, Ержантай, победитель – это ты». Данэли Тулешева и Димаш написал следующее в Инстаграме: «Балапанчик, я верю в тебя. Удачи тебе, Данилек».